Необычно отметили день рождения Димаша Кудайбергена в Малайзии. Фанаты казахстанского певца помогли детям, которые борются с онкологическими заболеваниями. Праздник прошел в больнице города Джорджтаун. Члены фан-клуба Димаша и их друзья пожертвовали игрушки, сувениры и предметы личной гигиены 35 детям. Представитель посольства Казахстана вручил памятные подарки, связанные с Казахстаном, фан-клубу и маленьким пациентам больницы. Как и принято, в день рождения на праздничном столе был торт с изображением Димаша. Казахстанскому певцу сегодня исполнилось 28. В Малайзии ежегодно фанаты исполнителя проводят различные акции, которые посвящают своему кумиру. Димаш – очень уважаемый казахстанский артист, который мечтает видеть мир единым, где все заботятся друг о друге. Послание, которое он несет в своих песнях, затрагивает сердца многих людей и вдохновляет их на добрые дела. Димаш поддерживает детей, потому что они – наше будущее. В честь его дня рождения мы, его поклонники, решили поддержать больных раком детей и поделиться любовью и счастьем, отправив им подарки. Пусть это поднимет им настроение и вызовет улыбку на их лицах во время их трудного пути лечения.